Я нахожусь в городе Каспийск, и сейчас я совершу небольшую прогулку от улицы Халилова и до улицы Ленина. Сегодня 1 апреля 2021 года, четверг, время 13:40. Я сейчас иду по улице Халилова. Вот здесь я, наверное, сверну в сторону улицы Ленина. Температура воздуха на данный момент плюс 11 градусов по Цельсию. Скорость ветра 7 метров в секунду с усилением до 15 метров в секунду. Thank you.
скорее всего, сейчас сверну обратно в сторону Халилова, только уже по другой улице. Это улица Ленина. Немного пройдусь по улице Ленина, затем сверну в сторону улицы Халилова. Вот, думаю, на этом повороте можно будет свернуть.
Не знаю название этого детского сада. Но выглядит все здесь очень мило. Это снова улица Халилова. Я сделал небольшой круг. На этом месте я завершу свою небольшую прогулку.